It is dangerous to remain here. Друзі, це Weekend Express, і ми знову завітали до клубу «Мафія». Що ж, дізнаємось, що тут змінилося з відкриття і наскільки популярна ця гра в нашому місті. Подивимось. Я знаю, хто мог убрати на магазин, але поки боюсь сказати. Я кожну ніч держу пістолет просто для самозащити. Я боюсь, мені страшно. Що змінилося після відкриття клубу? Наскільки вдало відкрився клуб «Мафія» в нашому місті? Клуб відкрився дуже вдачно. І дійсно пішли люди, дуже багато нових ігроків з'явилось. Що сьогодні така застилізована вечірка? Сьогодні ми робимо костюмовану вечірку. Розыгрыш карты, вот живой звук, живая музыка, саксофон, джаз. Просто чтобы было интересно развлекать людей, потому что игра уже приелась одно и то же. Хочется что-то интересного внести. Расскажи, будь ласка, ще раз нашим товарищам, в чому є, можна так сказати, цікавість цієї гри. Суть ігри в тому, що за столом сидить 10 ігроків, із них 3 ігрока мафія, 7 ігроків мирні жителі. Побіждає той, хто, кого залишиться більше. Тобто, во время процесу ігри чорні ігроки мафія повинні витіснити красних мирних жителів, а мирні жителі, в свою чергу, повинні знайти мафію і винести їх з ігри. Скажи, от приходить нова людина в клуб, вона взагалі не знає, як грати в цю гру. Чи швидко ви його навчите? Люди втягуються сразу. Намного сложнее людей затянуть сесть за стол первый раз играть. Они все: нет, я не умею, я ничего не понимаю. Но когда он садится за стол, он играет, и вторую игру он уже хочет играть. И на следующий день он в любом случае придет, потому что ему это все нравится. Номер 7, я считаю, черный игрок. Говорю, кандидатура номер 2 – это черный игрок. Як часто ти граєш у цю гру? Я катаюся при кожній можливості, крім тих ночей, коли я працюю. Скажімо так, знаком я з нею вже кілька років. Граю я в неї так, щоб конкретно це місяця два. Останні, місяця три, кожен день, тому часто. Десь раз в неділю, два рази в неділю ми приходимо з друзями, з мужем поіграти, отримати відчуття нові. Дуже часто, ви знаєте. Практично кожен день. Почти кожен день граємо, не спимо по ночам. Так, дуже часто. Практично не можу від неї відмовитися. Я граю з першої гри в нашому місті. Це було ще в початку февраля. Наскільки змінився клуб з початку відкриття? Прогресує, це дійсно, це навіть факт, я можу сказати. Номер 2 у мене спросила, шериф ли я. Вже номер 6, так, я шериф. Больше вам ніхто не поможе. Що подобається найбільше? Нравится общение. Это логическая игра, которая просто затягивает тебя. Нравится вычислять людей, у кого какие эмоции. Атмосфера. Атмосфера того, что ты здесь видишь. Вот и все. Наверное, люди, сама игра, обстановка. Все, в принципе. Жалко, мало людей знают про мафию, мало ездят люди. Больше всего нравится, знаешь, какая-то таинственность. То есть неизвестно, что будет в следующую минуту. И весь антураж, это все очень интересно. Я граю Марта. Чому саме так? Тому що вона така жива, агресивна. Я граю Женя. Зніміть Марту і Женю. Женя такий же самий. Кстати, я на русский перехожу. Тут все интересно по-своему. Самое интересное, когда мне выпадает карта Дона, я начинаю сразу делать радостное лицо, и меня сразу же выгоняют. Вот самое обидное, честно. Если честно, наибольше подобается это девчонки, которые с нами играют. Дискуссия. Дискуссия в игре. Мозги очень хорошо работают. Зачем меня выносить, если меня проверял шериф? Чи треба додавати якусь родзинку до цієї гри, як ти вважаєш? Іще щось?
Эта игра сама по себе, она уже как изюминка. Сюда, если что-то добавить, это уже будет не та игра. Единственное, что можно сделать, это добавить еще несколько ролей. Есть много видов и много дополнительных правил. Есть также куча много персонажей. Вот можно было их добавить. Потом можно было устроить небольшой чемпионатик. Это было бы, скажем так, интересно. С тем же, с другими городами посостязаться. У нас сейчас идет мафия там, где есть только Дон и шериф. Хотелось бы увидеть нашего маньяка и доктора еще в игре. И, ну, в принципе, будет больше и побольше людей. Можно проводить вот тематические вечеринки, как сегодня, когда все очень нарядно одеты и все люди очень хорошо выглядят. То есть в этом плане, да. А вот, ну а по поводу игры, игра есть игра. По-моему, да, нужно иногда добавлять новые ролевые карты в игре. Есть такие карты. Раз в неделю хотя бы добавлять новых героев в игру. Наверное, новых игроков, потому что уже свои... Ты уже знаешь, как кто играет, ты уже видишь ему каждого эмоции, ты все как бы знаешь про каждого игрока и начинаешь вычислять, кто есть кто. Надо быть постоянно разным. Это постоянно. Нельзя какую-то прямую там постоянно одинаково играть. Надо постоянно по-разному, ну как бы тогда будет интересней. Шановні телеглядачі, це була рубрика «Релакс». Пам'ятайте, мафія безсмертна.